хочется петь. Не нужно торопиться, мне все надо успеть. И я сажусь в такси, зеленоглазая автобус. Не влетится окно, как не мое кино. Да режиссер этих фильмов, я круче Феллини. Я расскажу небо желтым, а деревья синим. Все будет так, как закончится мне. Мое кино на тебя, мое кино на тебя. Ну что, занимайте свои почетные места. Ну а сегодня, Валерий, мы будем не только смотреть, как команды нас смешат, но и оценивать эти самые команды. Ну что ж, приготовились. Надо приготовились? На старт! Внимание! Голые пятки будут сверкать. Поехали! Катенька, Катенька! Как они бегут? Так. Я так и знал, что команда «Голые пятки» выберут мальчика. Так, здесь привели девочку. Отлично. Так, «Голые пятки» не забывайте. Не забывайте. Так они будут держаться. Кстати, группа «Большие шапки» к деньгам относится более уважительно. Вот у «Голых пяток» они все на полу разбросаны. Сразу видно, что деньги они не ценят. Отлично. А вот «Большие шапки» ни одной купюрки не швыряют. Они все в руках держат. Вот такие вот ребята у нас. Вы знаете, конкурс подходит к финалу. Сейчас мы узнаем, что получилось у наших модельеров. 5, 4, 3, 2, 1, стоп! Аплодисменты, дорогие друзья! Боже! Сейчас мы проверим, насколько не только с юмором, но еще и с музыкальностью у наших оппонентов. Причем петь вживую, без фонограммы. Вот такая проверочка. Есть же закон, между прочим, который запрещает выступление под фонограмму. На черта нам нужно живое пение, я против, категорически совершенно. То есть должна быть прежде всего эстетика звука. Браво. Да. Мои уши привыкли к хорошему звуку за последние 15 лет. Но почему я должен этим... А сейчас будет звучать, как школьный оркестр в советское время, когда... А вот сейчас мы посмотрим. И для этого наши эксперты... Я предлагаю депутатов под фонограмму пускать. Они все равно говорят... Они, а между прочим, депутаты гимн поют под фонограмму. Вы что думаете, это поют депутаты? Не говорить с трибуны, когда исполняется давно пора. Гимн. Они работают под фонограмму, что? А в студии там прописан Газманов, Киркоров. А мы сегодня попробуем работать без фонограммы. Кобзон. Он и депутат, Кобзон. Он поет за всех. Давайте попробуем. И наш музыкальный... Фанеру давай. Просто у нас по традиции музыкальный фанеру. Сейчас он начнется. Давай. По традиции музыкальный конкурс, который называется «Музюм». «Музюм»? Прошу. Где команды будут петь песни про деньги. Говорят, мы пятки пути, как выносит нас земля. Дайте, что ли, карты в руки, погадать на короля. Ой-ля-ля, ой-ля-ля, погадать на короля. Ой-ля-ля, ой-ля-ля, эх, мы! Завтра дальняя дорога выпадает королю. У него деньжонок много, а я денежки люблю. Ой-лю-лю, ой-лю-лю, а я денежки люблю. Ой-лю-лю, ой-лю-лю, эхма! Королева карта бита, битый весь его отряд. Дело будет шито крыто, карта правда говорят. Ой-ля-ля, ой-ля-ля, завтра грабим короля. Ой-ля-ля, ой-ля-ля, завтра грабим короля. Отлично, аплодисменты, это была группа «Большие шапки». Итак, ваши голоса, ваше мнение, ваши руки.
Раз, два, три, четыре. Где? Пять. Николай. Шесть. А вы тоже за них? Да. Семь, восемь, девять, они десять, один, девять, девятнадцать, тринадцать. Участники не голосуют. А, участники не голосуют? Я думаю, нет, тогда каждый за себя будет голосовать. Вы что? Мне кажется, только Алексей, сторонние люди. Алексей, у нас сегодня такой вечер, что да? Можно да? Все. Алексей, ну, они, что, они, я по правилам Евровидения работаю. Они просто отрабатывали фонограмму. За себя нельзя голосовать. Для оппонентов. Много денег, правильно? Товарищи, деньги — это зло. А Алина лучше. Понимаю. Вам ну иначе, да? Я решил забыть. Я хотел бы сказать, что ребята такие вообще просто такие да, стильные, модные, конечно. Такие эксцентричные, я бы сказал, бы. Девушка просто прелесть. Да. Двигается и как поют, вживую поют. Алексей, оказывается, как ни странно, вживую не девушки понравились. Да. А девчата пластичнее, органичнее.